Здорово, ребят, на связи Шамшурин. Те, кто смотрит нас из Белоруссии, вот, и все, соответственно, бульбаши и белорусы, у меня для вас хорошая новость. Значит, мы к вам приедем в июле с мастер-классом, семинаром, с микротренингом, как угодно можете это называть. То есть мы приедем, будем рассказывать что-то интересное, то есть я и несколько человек из моей команды, плюс будем отвечать на твои вопросы. Значит, когда это будет? Это будет 9 июля, во второй половине дня, пока время уточняется, там, думаю, что начнем где-то часа в 4 и будем с вами проводить около 4 часов. Мероприятие будет проходить где-то в центре города. Больше ничего сказать не могу по поводу каких-то технических моментов пока. Плюс еще один момент, что 10 числа на следующий день мы проведем такой однодневный микротренинг по знакомствам. Формат пока не знаю, в зависимости от того, сколько народу соберется. Но я думаю, что ты-то обязательно придешь, да? Итак, значит, смотри, 9 июля, Минск, столица братской Белоруссии. Я и члены нашего проекта «Все твои» приедем туда с семинаром, и, соответственно, 10-го будет тренинг. По поводу подробностей и того, как записаться, значит, семинар будет платным, там будет какая-то символическая стоимость, уточняйте ее у организаторов. По поводу того, как записаться или задать какие-то вопросы, под этим видео ты видишь телефон местный, то есть местного человека, его зовут Женя, это наш представитель Беларуси, и, соответственно, электронная почта, на которую ты можешь написать. Че еще сказать-то? Все, ребят, увидимся с вами, дорогие бульбаши, значит, 9 числа, 9 июля в Минске. Пока!